Международный аэропорт Гейдар Алиев возглавил список самых лучших по уровню услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по оценке британской компании Skytrax. Торжественная церемония вручения премии World Airport Awards состоялась накануне в Амстердаме, сообщают азербайджанские авиалинии. Награда присуждена по итогам опроса, проведенного во время инспекции, в которой приняли участие около 14 миллионов пассажиров из 105 стран. Инспекция проводилась с июля прошлого года по февраль этого года и охватила 550 аэропортов по всему миру. В рамках инспекции оценивались различные услуги аэропорта для путешественников и ключевые показатели деятельности – от регистрации, прибытия, трансфера, покупок, безопасности и миграции до выхода на посадку. Инспекция и присваиваемая награда не зависят от контроля или вмешательства со стороны аэропорта и дают объективную оценку в превосходстве и качестве воздушной гавани. В 2015 году аэропорт Гейдар Алиев получил от Skytrax авторитетную оценку 4 звезды и вновь подтвердил соответствие этому высокому уровнем. На сегодня только 37 аэропортов в мире удостоены этой оценки.